И снова распаковочка настольной лампы. В данном случае лампа более крупная. На боковой части коробки можно увидеть ее характеристики. 260 люмен заявляет производитель. 5 Вт, 6-8 часов от одной зарядки. Внутри стоит аккумулятор 3,7 Вольт, 2000 мА. 15 кристаллов по 0,25 Вт. Ну, должна быть мощной. Как всегда, самая низкая цена и полное описание на нашем сайте antikrizis.com. Что у нас внутри? А внутри у нас вот такая красивая лампа с шнуром зарядочки. Ага, где-то там на дне еще спряталась инструкция. Сейчас мы это все распакуем и посмотрим предметно. Так, ну по инструкции, думаю, здесь все просто. Инструкция у нас на китайском языке. В ней можно увидеть все то же самое, что вы видели на коробочке. Длинный шнур для зарядки, стандартный разъем USB. То есть можно ее заряжать от пауэрбэнка, компьютера, ноутбука. Ну или от розетки обычной, при помощи блока питания с вашего мобильного. И вот у нас лампа. Лампа у нас, можно сказать, здоровенная. Сейчас мы немножечко отдалим видео, чтобы все попадало. Так. Вот так у нас выглядит лампа. В кадр она не влазит полностью. Кнопочка у нас сенсорная. Сверху лампы есть ушки. Они силиконовые. Лампы в нескольких цветах. А штанга лампы гибкая. Внутри, по идее, металл, так как она очень жестко держит форму. То есть, как бы вы ее ни согнули, так она и будет стоять. Но прям очень добротная. Она полностью прорезинена, верхняя часть, точнее, этой штанги, ну и сами ушки. Нижняя часть не прорезинена. Ага, у нас здесь все еще более интересно. У нас стоит съемный аккумулятор, скорее всего, типа 18650. Да, это аккумулятор 18650. Это очень хорошо. Через пару лет, когда аккумулятор выйдет из строя, вам для его замены ничего не понадобится. Только аккумулятор, ничего не нужно паять и делать. Но судя по весу, аккумулятор очень добротный. Аккумуляторы эти дешевые, можно сразу докупить запасной на сайте Антикризис. Они у нас идут, если не ошибаюсь, от 23 или 24 гривен за штучку. Так, на задней части мы увидим индикатор и разъем для зарядки. Здесь у нас подставочка для карандашиков, ну и сама лампа. Как видите, светодиоды находятся в полупрозрачном корпусе. Сделано это для того, чтобы не слепить деток. То есть лампу можно направлять не только вниз, но и в сторону, и она не будет вас слепить. По кнопке. Сенсорная кнопка. Два режима работы. Три, извините. Первый, второй, третий. Лампа яркая. Но у нас горит свет. Снова приглушим один свет. И посмотрим, как это будет выглядеть. Выключаем нашу лампочку. Первый режим работы. Уже увидели яркость, да? У нас в офисе свет включен. Только подсветочку сейчас выключили. Ну, лампа очень хорошо рассеивает свет, как видите. Это первый режим работы. Второй и третий. Третий режим работы – это своеобразный ночничок. Очень приглушен свет. Естественно, такой свет редко используют для чтения, разве что лампа стоит прямо над книжкой. А вот первые два режима очень яркие. Сенсорная кнопка отрабатывает на отлично. В общем, очень классная лампа с очень мощной шеей, ногой, не знаю, как вам ее назвать. Как видите, она держит любую форму и не изгибается обратно. Скорее всего, там внутри идет металлический каркас, судя по звуку. Но он прям держит любую, абсолютно любую форму. Вплоть до того, что лампу можно согнуть вот так вот. Ну, это все, конечно же, лирика, но тем не менее. Здесь очень надежная нога. Вот так вот это все выглядит. Вот такая классная настольная лампа, которая поставляется в нескольких цветах.